Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Шевченко Тарас. Вышел трейлер первый к новому фильму из вот этой вот франшизы о Терминаторе. И я хотел бы посмотреть его вместе с вами и потом поделиться впечатлениями. Сразу же скажу, перед просмотром этого фильма, я ничего не жду от этого нового фильма «Терминатор. Темные судьбы», который выйдет 1 ноября, потому что последний хороший фильм из этой франшизы вышел много-много лет назад, в начале 90-х, по-моему, в 92-м году он вышел, второй «Терминатор», и все. И он, по большому счету, все рассказал, что надо было рассказать. Все фильмы, которые были после него, это был трэш разной степени тяжести. И все. И я не вижу, почему этот новый фильм будет как-то отличаться, как-то этот порочный круг он разорвет. Я этого абсолютно не вижу, какие должны быть для этого причины. А причины для того, что он будет еще хуже, чем все остальные, огромное количество. И получается, что каждые несколько лет, в каждом десятилетии очередном происходит такая вещь, что фанаты надеются увидеть, вот выходит новый на экраны новый фильм из этой серии, новый «Терминатор» выходит, и фанаты надеются, что наконец-то им покажут хороший фильм, идут туда толпой, их каждый раз обманывают. И я 100% уверен, что так же будет и с этим фильмом. Ну, давайте не будем болтать, давайте посмотрим сначала трейлер, а потом уже поговорим еще, может быть. Еще два дня назад моя жизнь была простой и спокойной. Но теперь она стала кошмаром. Человек. Почему тебя волнует, что с ней будет? Потому что я была ею. Как же нам победить? Мы победим, сохранив тебе жизнь. I'm going hunting. Да. Но это трешняк еще тот. Во-первых, ну, давайте, может быть, посмотрим еще раз, и чтобы было видно. Во-первых, очень-очень плохая графика. Очень топорно сделано. Отсутствие. Я никаких новых идей не увидел. Я увидел кучу всяких глупостей. Я увидел то, что. Вот этот вот момент, да, вот здесь вот. Ребята, это нам показали еще в 92-м году.
это вот вариация на тему, по большому счету. Ничего нового вы нам не показываете. Нафига нам идти смотреть новый фильм, когда мы это уже все видели? Ну тут вот этот вот момент сейчас будет. Сейчас. О. Обратите внимание, насколько топорная, насколько дешевая компьютерная графика. Это просто... Ну, опять же, вот это вот все это мы видели, все это нам показывали. Там руки, которые превращаются в мечи или там какое-то холодное оружие. И вот они достали старушку Линду Хамильтон. Потом тут было где-то продюсер Джеймс Кэмерон возвращается. Они пытаются завлечь людей в кинотеатр, говоря, что в этот раз все будет по-другому. Вот смотрите, мы достали Линду Хамильтон, у нас есть продюсер Джеймс Кэмерон, у нас есть, где там, дорогой товарищ, бывший губернатор. Мы вам даже Арнольда Шварценеггера сюда привели. Ну, то есть, только идите сюда, только вот это такие, знаете, заманухи, которые вот для меня лично, они говорят против этого фильма, потому что, например, там, то, что касается Арнольда Шварценеггера, я боюсь, что это, вот всю роль, которая будет у него в этом фильме, мы ее уже увидели, по большому счету. Может, я ошибаюсь, не знаю. Но опять же, потом вот этот вот момент еще сейчас, да. Основные персонажи здесь, три женщины, Линда Хамильтон, вот эта вот девушка маленькая, которая, как она тут сказала в клипе, это я была ею, и... Вот эта актриса такого мужеподобного вида. Ну, я думаю, что ее сделали для фильма так, потому что она снимала где-то в каких-то других фильмах, она так не выглядела. Это ее вот таким вот образом сделали. Короче, будет такой вот трешняк, политкорректный, мол, мужчины говно, а женщины это крутизна. Это что-то будет в этом роде, когда уже даже вышло вот это первое фото, где Линда Хамильтон, это латиноамериканка, и этот андроид, андрогенный терминатор, гибрид, я так понял, это какой-то гибрид человека-терминатора и терминатора. Они шли втроем, то есть на основном плакате, получается, посвященном фильму о терминаторе, не было мужчин, были только три женщины. Это, знаете, как... «Охотники за привидением» 2016 года снова нас ждут, но нас пытаются, точно так же, как вот «Звездные войны» пытаются, 9-й эпизод пытается нас завлечь Ландо Калризианом, ну вот актером, который его играет, что вот смотрите, идите к нам, мы вам Ландо Калризиана подогнали, то тут то же самое. Вот смотрите, Сара Коннор из первого и второго фильма, вот там, вот смотрите, Арни... Тоже тут есть продюсер, Джеймс Кэмерон вернулся и так далее, так далее, так далее. Это все красивая обертка, в которой будет говно. Потом тут вот этот вот фильм, отрывок. Сохранив тебе жизнь. Вот посмотрите. Очень топорная. Очень топорная графика, очень топорная. Фильм очень дешевый. Предыдущие два фильма, которые вышли, этот «Терминатор Salvation» и «Терминатор Genesis», то есть «Спасение» и «Genesis», или как там они назывались у нас в прокате, каждый из этих фильмов, они планировали сделать трилогию, он там должен был быть первым фильмом трилогии. Обе трилогии из-за того, что ни тот, ни другой не отбили денег своих в прокате,
провалились, по большому счету. Ну, то есть они заработали денег гораздо больше, чем должны были, но даже вот этих вот там они, по-моему, Salvation заработал там 300 с чем-то миллионов, а Genesis заработал, по-моему, 400 миллионов. Но они свой производственный и рекламный бюджет они не отбили, ни тот, ни другой. Должны были вообще не заработать ничего, потому что, ну, такие ни о чем фильмы, по большому счету, были. Этот фильм они опять планируют, что это будет первый фильм трилогии и так далее, и тому подобное. Ну, понятно, может быть, им надо такие вещи говорить для того, чтобы им деньги на съемку фильма дали, что смотрите, мы сейчас сделаем вот такую трилогию, а потом, ну вот как киновселенная Marvel будет, миллионы фильмов, там миллиарды долларов мы соберем и так далее, и так далее, и так далее. Возможно, им это все надо было для того, чтобы получить финансирование на этот фильм. На это, честно говоря, по трейлеру видно, что это убожество. В общем, такое у меня мнение и такая вот моя реакция на этот трейлер. Нас снова обманут, покажут нам вместо какого-то интересного зрелища, интересного сюжета, какое-то говно. В общем, на этой оптимистической ноте разрешите откланяться. Спасибо за внимание, до свидания, до новых встреч.